Здравствуйте, друзья! У нас гость в студии, зовут... Говорите. Анастасия. Анастасия, откуда вы... Настенька, откуда вы приехали к нам, Настенька? Я приехала из Нью-Йорка. Так. А я вообще из Казани, из России. Родилась в Набережных Челнах. Так. Много где побывала. Настенька, давайте мы восстановим хронологически. Значит, родились вы в Набережных Челнах. И куда делись потом оттуда? Я отучилась в школе в Набережных Челнах и переехала в Казань учиться в университет. Так. По какой специальности? Управление качеством. Да вы что? Вот так вот, да. На предприятиях торговли или где вы качеством управляете? На самом деле я не доучилась, и поэтому не совсем разобралась. Вам не рассказали, так. До того момента как раз-таки не дошли. Знаете, я угадаю. Вы приехали по Work and Travel и остались. Вот правильно. Правда, есть такое? Да, я приехала второй раз. По Work and Travel? Да. Мысли оставаться вообще не было, просто так получилось. Так, дайте я еще раз угадаю. Втюрилась в кого-то? Нет. Нет, так. Ну, просто так получилось. Мы вот с девочкой, с которой приехали, с ней же и остались. То есть не было никаких действий враждебных разведок? А в отношении вас они не думали лишить Россию генофонда такого замечательного? Нет. В этом плане все хорошо. Наоборот, скучают, ждут. Так. Ну, вот такая судьба, что решили остаться. Ну, хорошо. Так, подождите. Но вы легализовались, да? У вас есть там разрешение на работу? Ну, вот у меня как раз-таки скоро будет. Разрешение на работу? Да. Ага, то есть у вас еще окончательного решения по вашему делу нету? Да, разрешение на работу уже как раз-таки к тому времени, как я пойду на практику, у меня будет на руках. Ну, отлично, отлично. Вот как раз перед отъездом я ездила к адвокату, все подписала, все сделала. Ага, то есть вы зафайлили на разрешение на работу? Да. Теперь, живете вы в Нью-Йорке? Жила. А, то есть вы совсем уже к нам? Ну, я привезла 2 чемодана и все остальное выкинула. Подождите, я так понял, что у вас там какая-то личная жизнь обнаружилась. Ну, как бы да, но это все переносится. То есть... Откладывается или Нет, это все географически переносится. То есть личная жизнь с вами приезжает? Да. А где же он? Ну, как бы все нормально. Ладно, в общем, короче, ребята, кто уже размечтался было, значит, вы расслабляетесь, вот. Ну, а подружки есть свободные у вас, хорошие? Да, конечно. Все, значит, обращаемся к Настеньке за подружками. Так, подружки-то в Казани или в Америке, где у вас? Ну, я Казань не рассматриваю. В Казани тоже полно, да. Я имела в виду про Америку. Про Америку. Есть подружки хорошие? Да, да. Ну, хорошо. То есть... Разных возрастов. Если что. Вы меня немножко засмучали. То есть, как и за 40 есть, или маленькие? Ну, не совсем за 40, но за... Ближе к 30, в районе 30 вот да, есть. Да, понял. Это такой наш школьный возраст. У нас как раз вот все девочки вот так примерно от вас, вот там 20, 21, 22, и там до там 26, 27, 28, у нас вот полшколы таких. А, ну значит, вы не нуждаетесь больше в таких. Я значит, не про, не в том смысле, что лично я, но... Я понимаю, я, ученики, ребята. Смотрят, ребята смотрят. Нет, почему же? Мы интересуемся в общественных интересах. Так вы откуда про нас-то знаете? А про вас мне рассказал просто друг, посоветовал, сказал, что это очень хорошее начало. И вы вот так, не глядя, не какой-то раз и поехали? Я готовилась к этому очень долго, я начала смотреть ваш канал. То есть вы из наших подписчиков? Да, да. Так. Начала смотреть канал, я поняла, что это все-таки для меня. Я проанализировала у себя в голове, как у меня были дела с компьютером. В принципе, все предметы, что были в университете до этого, я ходила в колледж параллельно со школой. У меня всегда с компьютером были хорошие отношения. Все то, что давали, я понимала. И я думаю, что и здесь я справлюсь. Ну, наверное, наверное. Вы сегодня прилетели, вот ребята не знают. Настеньку сегодня подобрали в аэропорту. Сан-Франциско. Сан-Франциско. Добрые ангелы. Да. Командированные, значит, от нашей школы. Теперь, вы с жильем-то как, расскажите? Есть такой очень хороший сайт. Так. Называется Couchsurfing. Это интересно. Это очень интересно. Кауч, то есть как бы
Кауч-диван. Как бы Сердословно. То есть ищем диванчик, как бы. Да. Так. В поисках дивана. Я в поисках дивана. А есть люди, которые когда-то бывают в поисках дивана, но сейчас они в роли дивана, в роли да. предоставления дивана. Так. Это как социальная сеть. А где люди знакомятся друг с другом? У нас очень много друзей по всей Америке. Именно из этой с диванчиками. У кого-то там не только диванчики, а целые комнаты для гостей, и ну все нормально. Так что и вы нашли? Это я нашла себе здесь знакомого, пока потом будет другом, наверное. И... У вас же есть друг. А у меня очень много друзей. Ага, это, да. ну, я открыта к общению, понял. То есть. Так. Один друг хорошо, а два лучше. А по всей Америке хорошо. И России еще лучше. А в России тоже можно койку? Хоть где на самом деле, хоть в Европе, хоть куда едете отдыхать. А на самом деле в этой социальной сети все зависит от отзывов и от того, какие у тебя интересы. То есть это не просто бесплатный ночлег. Он еще и бесплатный. Да, ой. Это больше как знакомство социальная с людьми. Социальная сеть, понял. И постойте, интересы. А на каком языке это все это? На английском. Ну, то есть, если человек койку предоставляет в Казани, я извиняюсь. А, ну, естественно, на каком языке говорит, в каждом профиле человек указывает, да. на каких языках он говорит. То есть, если кто-то живет в Казани и хочет задружиться с народом в Америке, поставьте койку, обеспечьте койко-место, и к вам посыпется народ, правильно? Да. Нужно зарегистрироваться на сайте, всего лишь указать uh-huh. языки, на которых ты разговариваешь. И во время, ну, когда ищешь себе uh-huh. этот диван, тоже нужно указать язык, соответственно, на котором uh-huh. можно общаться. Слушайте, сколько лет живу, первый раз слышу про этот койко-место.com. Значит, ну что же, хорошо. Мне нравится. А можно русский... Или .org. .org. Не ну, помню. Найдут. Да. Хорошо, то есть вы нашли на сколько дней койко-место? На 2 ночи, потому что он уезжает на выходные в какой-то соседний город, там у него какое-то мероприятие. Ну, я не знаю, может быть, я буду приглашена. Хорошо. Там посмотрим. Погоди, а что вам с нашими-то не поселиться, студентами? Нет, я с удовольствием. Мне нужно просто выбрать место, куда я готова уже заселиться. Ну, вы с Настей беседовали с нашей? С Настей нет, с Татьяной я беседовала, она мне дала номера, я позвонила, к сожалению, уже занято место, которое было близкое и удобное. Так, должно быть еще тут. Ну вот, мне придется ждать пока. А только что позвонил парень, сказал, что у него там на ближайшую неделю только он уезжает. Угу. И, ну, если честно, мне не особо хочется на неделю нет, заезжать куда-то. Нет, конечно, куда-то. Не вариант, нет. Вам хочется нужно... сразу уже. Я просто полагал, что довольно... вас спросить? Много есть вакансий, я не знаю, обычно люди звонят, и у нас никогда не было проблем с этим делом. Ну хорошо, займемся. Давайте завтра, среда будет, вот завтра займемся. Настя придет, она со всеми держит связь. Ну что же, то есть вы в группу, которая начинается 21 апреля. Да. То есть у вас есть еще неделька на разобраться. А вы смотрите наш канал. Да. А вы сами снимаете видео? Ну, я вот только начала, да. Не, ну подождите, чего вы так смущаетесь? Так, ну, потому что это только начало, я стесняюсь. Как стесняюсь? Я сняла очень много. У меня с моего первого приезда в Америку очень много видео, и я только сейчас решила ими начать делиться. Так, Мечку, канал какой у вас? Называется как? Anastasia's View. Anastasia's View. Знаете чего? Мы с вами найдем этот канал, я тогда ссылочку дам у себя. Потому что так я понимаю, что люди на слух не подберут. Хорошо. Ладно, хорошо, смотрите, как у нас юный блогер. Ну, я выложила только 4 видео, 4-е сегодня в самолете выкладывала. Там было соединение? Там да, Wi-Fi был. В самолете. Угу. А я вот недавно из Мексики летел, так не было ничего. Нет, это только на domestic flights. Угу. Ну да, когда мы границу пересекли, я уже заснул. А пока над Мексикой летели, ничего не было. Не-не-не, а международные у них нет Wi-Fi, нет. Да. Хорошо. Теперь такой вопрос. Вы вот сколько уже в Америке по факту присутствуете? Со второго захода? Со второго захода 10 месяцев. Чуть-чуть побольше. 10 месяцев. Вы как-то подрабатывали, что-то такое? Ну, конечно, да. Что делали-то? Мы приехали изначально в Миртл-Бич, это в Южной Каролине. Да. Там мы работали, у нас там было несколько работ, они постоянно менялись. Это ваш work and travel? Да. Угу. Потом мы переехали в Нью-Йорк. И там я и работала в ресторане, в мексиканском.
Так. У меня спрашивают, какой язык лучше знаешь, испанский или английский. Да. Ну, на испанском я ничего не знаю. Ну, а как вы, по-русски их, что ли, обслуживали? Нет, на английском. На английском, так, хорошо. Да. Ну, они подхватили ничего по-испански? Комплименты, как я ответила, комплименты только знаю. Ну-ка, давайте пару комплиментов. Mi corazón. А то бонито и вас не звали. Ну, и такие были, но микросон, просто это не везде говорят, не на каждом углу, и поэтому мне запомнилось. Это как? Моя душа. Микросон. Микросон. Микросон, как прям по-японски. Ну что же, значит, а вы вот пришли к нам в офис, да? Вас тут подобрать должны? Да, в 6 часов. Увидели знаменитую блогершу из Флориды, вот она тут рядом со мной, сзади за кадром. Вы ее признали, Наталью-то? Да, конечно, я сразу сказала, то, что я вас знаю. Ну, а Наталья что, обрадовалась? Обрадовалась Наталья или так? Ну, она и зашла сразу на эмоциях. Рассказывает все. Конечно. Но мне ничего не рассказывает. Скрывай, скрытно. Я вам уже рассказала все, что могла. Ну, хорошо. Так. Больше нечего. Ну, что же, значит, а подруга что делает ваша? Вот, что она работает в ресторане, также продолжает, но она идет учиться. На кого? Но вот это вот пока большой вопрос. Она еще сама не определилась, и... но она, у нее просто несколько вариантов, и она посмотрит, куда ее возьмут. Она сдала английский, она сдала его хорошо, и поэтому вот она прям нацеленно идет в колледж. Хорошо, такой вопрос. Вы, если бы вы жили сейчас в Казани, допустим, да? Ну, я бы так, умозрительно. Если бы вы сейчас жили в Казани, вы, по идее, должны были бы вот-вот-вот сейчас, может быть, университет заканчивали бы сейчас. Вот по казанским как бы понятиям, это время замуж уже выходить или вот как там девчонки? По казанским понятиям, да. Уже надо замуж выходить. Но здесь я считаю, что еще далеко. Не только по казанским, вообще по всей России уже пора. Да, 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 да. В России вообще вот сейчас у меня все девочки выходят замуж. Быстрее, а то не успеем, правда? Ну, есть страх. Я думаю. Вот так, я думаю, что у меня был бы страх в России. Ну, здесь там до 30 можно не париться, там, правда? Я считаю, да. Но здесь, тем более у иммигрантов, нужно встать на ноги. Слушайте, мальчики есть хорошие? Где? Тут. Ну, да. Тут не страшно? Нет. Просто девчонки молодые, допустим, думают, сейчас приедешь в Америку, а там и мальчиков нет хороших. У меня в окружении все очень хорошие. Я не знаю ни хороших. Я с нехорошими не общаюсь. Ну, они русскоязычные или они какие-то еще? Русскоязычных на самом деле немного хороших в моем окружении. Хорошо. Вот если сравнить мальчиков там русскоязычных и вот американских. Ну, в смысле, не русскоязычных, а вот те, что были в Казани, например, и тут. Вот пару позиций, по которым фундаментальная разница. Я бы сказала, что здесь мальчики либо хорошие, которые идут к своей цели, которые добиваются чего-то, либо те, которые приехали, о, я могу работать там где-нибудь в ресторане, у меня есть деньги, и они там, ну, просто гуляют, прогуливают свою жизнь. Это вы про наших эмигрантов говорите? Про эмигрантов, а про американских мальчиков? А про американских? Да, вот чем американские мальчики с точки зрения девушки отличаются вот от тех, что остались там в Казани? Есть отличия? Ну, конечно, отличия есть. Да. Вообще, не то что в мальчиках, вообще в целом в людях различия, то, что здесь люди более открытые, более приветливые, здесь помогают все... Ну, понятно, от души понятно. Помогают, да. Просто. А вот говорят, улыбки говорят, у них говорят неискренние. Есть такое? Вот вы искренне улыбались в ресторане, когда работали? Ну, не всегда. Но в ресторане это работа, это не нужно сравнивать. Да. На работе, как бы, мы работаем, у нас рабочая улыбка. Чаевые давали вам? Ну да. Сколько в нью-йоркском ресторане чаевых можно заработать за день, за смену? Ну, когда как. Ну, до 200, я думаю, можно заработать. За смену, за вечер? Да. Это хороший день. А так, может быть, там 150? Ну, 70. А, вот так? Да. Это в какого плана заведения? Это на Манхэттене ресторан. Но это не ночной клуб? Нет. Это не файн-дайнинг? Это он закрывается... Типа столовка? До полуночи. Ну, это ресторан. Ресторан.
он, наш менеджер, старается вывести на высокий уровень этот ресторан, он гоняет своих работников. Ну, он, конечно, молодец, нам, работникам, это не нравится. Но для бизнеса он делает все хорошо, и на самом деле люди приходят, возвращаются и благодарят за то, что мы их хорошо накормили, обслужили, да. Такой вопрос. Вот когда вы работаете на такой работе, то есть надо улыбаться, надо, может быть, там даже немножко декольтироваться, там нет? Нет. Нет. Меня и так все любили, я в мексиканском ресторане работала. Ну, мне хорошо. Ничего не надо нет делать. Такого, что, нет такого, что там клеются? Есть. Но они не нахально так прилично? Ну нет, просто там где-то подмигнуть, пофлиртовать. И все? Номерочек оставь. А, то есть вот есть такое, номерочек оставь? Да. Окей. Но вы как, что вы отвечаете? Ну, это не надо. Нет, я не оставляю. А вы можете сказать, вот моя подружка Маша, там, позвони ей. Нет, я могу, с кем я могу номерами обменяться, так это с русскими, которые только приехали, и там им нужна какая-то помощь. А много таких в мексиканском ресторане? А те, которые ходят и ищут работу, случалось пару раз. Ну, знакомимся с ребятами, как бы, кто открыт к общению, тем я помогаю, без проблем могу, ну, помочь с работой, если какие-то есть варианты. Такой вопрос. Вы планируете как? Вот, ну, понятно, вы у нас получитесь, там, допустим, пройдет 2.5 месяца. Вы пойдете на интерншип, там, ну, еще 2. Вот 4.5 месяца прошло. Вы хотите работу здесь искать? Вы хотите в Нью-Йорке искать? Или вам вообще без разницы, куда махнуть? Там вы легкая на подъем, а личная жизнь вас поддержит? А, я легкая на подъем, личная жизнь меня поддержит, но вроде как я много задавала себе этот вопрос долгий период, и я пришла к тому, что все-таки лучше здесь. Или, скажем, как, хотя бы какое-то время здесь, да, или как? Да, да. Ну, вы говорили, или я, может, где-то в другом месте подобрала эту информацию, что где-то 2 года лучше здесь, чтобы набраться опыта, выйти на какой-то уровень, и потом уже можно хоть куда. Может быть, я говорил, но на самом деле это достаточно общее место. То есть вам это многие скажут, потому что мы видим сейчас, как ребята, которые, ну, может быть, не 2 года, хотя и 2 года тоже, но и 4 и 5 лет, которые же очень серьезные, и они говорят, ну, поехали, потому что с теми деньгами, которые они сегодня зарабатывают, в абсолютно любом месте за пределами Кремниевой долины они просто короли. Особенно если там и муж, и жена там вдвоем, допустим, они зарабатывают там по 120 тысяч. Да они все могут, понимаешь, ну, даже если это будет не 120, а 100, и даже 92. Но если они уехали куда-то там, абсолютно неважно даже куда. Там, в Колорадо, во Флориду, там, где, там, в Сиэтл. Куда бы ты ни поехал, ты с такими доходами, ты просто король. Здесь ты все равно, в общем-то, такой птица-подранок. Потому что здесь даже с 2 приличными зарплатами все равно тяжело. То есть можно жить нормально, но не то же самое, что вот где-то еще. Ну да, я видела ваше видео, где вы рассказываете цены на жилье. Да. Ну в Нью-Йорке тоже ведь, не будь здоров там. Ну в Нью-Йорке, да. Ну, у нас очень хорошо было, у нас очень дешево было жилье. А вот рент в Нью-Йорке, вот, допустим, ты приехал, и какое-то адекватное место, я не говорю там в Манхэттене, в престижном районе, но вот приехал человек в Нью-Йорк, вот сколько будет one bedroom рент стоить? Вот сейчас у меня подружка осталась, ну, получается, я уехала, ей нужно жилье, она смотрит варианты, однобедрумная, ну, 1800, наверное, ну, так, примерно так, да, такие. У нас то же самое, чем наши цены. Но мы жили очень хорошо. У нас в Бронксе, это не тот Бронкс, где ходят там темные с пистолетами. Да. Это культурный район на запад Бронкса. Больше, ну, культурный, в общем, район. Там белые и мексиканцы. Мы снимали комнату в однобедрумной квартире, но там ливинг-рум тоже отдельная, как комната. То есть русского плана квартира, две комнаты, коридор и ванная общая на две комнаты. А мы снимали на двоих за 700 эту комнату. Ну, по нашим местным понятиям это очень дешево. И по нашим понятиям тут бы вам это обошлось, может быть, в штуку. Да, да, да. Ну хорошо, то есть у вас цены примерно наши, поэтому вас тут ничем сильно не удивишь.
значит, личная жизнь при себе. То есть вы, в принципе, упакованы, как я не знаю что. Осталось вот там поучиться пару месяцев и пойти свои, как называется, бабло рубить. А хочется денег или чего хочется? Хочется профессии, стабильности, чего хочется? Вот почему вы тут? Мне хочется познать себя, мне хочется добиться чего-то большого, мне хочется доказать самой себе то, что я способна на все у меня. А подружки, все друзья, все верят в то, что я всего добьюсь. А вот мне самой, ну, пока... Ну, я верю, конечно, что все будет хорошо, но мне нужно для этого работать. И моя задача тут не то чтобы научиться, а заставить себя работать и заставить выполнять эти цели. Хорошо. Ну что же, я думаю, что мы... Тут где-то телефон у меня звонит. Я думаю, что мы Настеньку отпустим, но с условием, что она будет продолжать радовать наших зрителей своей улыбкой и, может быть, даже поделиться трудностями, которые ее ждут впереди большими. В школе? В школе, а вы думали, как без трудностей? Обязательно. Ну да. У вас будут трудности, вы будете ими делиться. Я уже давно не училась, обязательно пройду все эти трудности. Ну, у нас есть люди вдвое, у вас старшие, они тут, в общем-то, еще среднего возраста. Ну, да, да, так что она давно не училась. Ну, ничего страшного. Зато вас учили контролировать качество. Вот. И, может быть, вы вспомните что-то из этого. Ну да. Все. Настенька, у нас такая традиция. Хотите вам как-нибудь из шапок своих дам надеть? Ну, давайте. Давайте. А давайте вам дадим даже несколько. Известная блогерша будет мне помогать. Блогерша, передайте, пожалуйста, шапку. Девушки. Спасибо, пожалуйста. Так, одевайте. Вот. А то действительно. Хорошо. Ей пойдет другая, да? Какая? Черноморская? А, у нас там еще шапки есть. Так, давайте вот эту попробуем. А у нас, если там с Кавказа кто-то, давайте попробуем. Вот это. Ой. Я вот такой русской из сказки. Стоп, давайте вы к стеночке, а то вы меня из кадра не полетите. Мне надо косички, я думаю, заплести к этой шляпке. Это, она у нас в этой шляпке пейзанка, то есть крестьянка. А, нет, не то. Мне надо тут ремесло. Нет, гимназистка. Гимназистка. Так, давайте, кубанскую, краснодарскую. О, какая клёвая девчонка. Вот, о, такой прямо это... В Россию собралась. Мечта Аксакала. Или нет? На зиму. Казачка. Это казачка. Так, ну давай попробуем нашу, вот эту. Вот эту давай. А где колокольчики-то? Все? Какие колокольчики? Такие вот, такие были. А, киргизские у нас, казахские, да, у нас сейчас есть колокольчики. Тебя... О, я жила в общежитии, у меня соседка была с Киргизии. Так, давайте. Один год. Так, давайте. Ну, она назад, назад немножко, двигайтесь назад. Она вышла из кадра у меня. Так, хорошо, морячка. Теперь давайте мы вас пошлем. Это мы вас окрестили. Мы вас пошлем в аул. Будете девушкой из аула. Значит, будет удача вам. Слушай, вам может быть, ее надо повернуть как-то, нет? Нет. Думаешь, так и сбоку надо? Пилотка. Нет. Ну, давай, сейчас... может быть, ее вот так одеть. Да. Вы сегодня онлайн-класс ведете? Я веду. Они уже спрашивают. Все, идем в онлайн-класс. Все, Настенька, прощаемся. Маша, пока, рукой. Пока-пока. Счастливо.